Открываем картонную кухню. Давайте, давай. Открывайте. И... Что там? Опа. А там инструкция-то есть? Инструкция, может быть, там... Есть! Есть, доставай. Вот. Ну, сейчас будем собирать. Вот здесь есть какие-то блоки. Сейчас найдем первую. Наверное, пластмасса. Вот первая страница я нашел. Первая страница. Вот первая страница. Берем. Да, болтики пластмассовые. Скажите, дайте потрогать. Это потому что, чтобы нам не пораниться, да? А вот эти вот палочки. Мы разложили и выдвинули вот эти полосочки. Так, а что дальше мы делаем, Ань? А сейчас мы будем вот это вот, вот так вот делать. Матвей, помогай Ане. Yes. Отгибай вот эти вот штучки. Вот. Ань, подожди, нужно сначала мешайте. Отогнуть. Вот. Значит, вам вот. А так вот. Будет. Мы ставим вот это вот сюда. Ой. Так, а сейчас мы будем искать сейчас следующую деталь. Сейчас мы будем искать следующую деталь. Так, сначала нужно, смотрите, вот это вот согнуть. То есть вот эти вот штучки большие, их согнуть. Вот так? И вот так вот закрепить, наверное, да? Подожди. Нет. Все, подожди, нет. Вот. Ань, руку отпусти. А-а-а. Вот так мы загибаем. Помогай мне, а то я одной рукой не могу. Ой, как и вот сюда вот цепляем. И вот сюда. И вот сюда. Аккуратно, вот Матвей, я тебе сейчас цепляем. Помогу. А вот там вот, наверное, нужно еще согнуть. Стой. Вот с той стороны, Матвей. С другой стороны еще нужно согнуть. Согнуть. Вот так. Она закончена уже? Нет. Что осталось еще нам? Здесь нужно кран сделать и еще
Мелкие детали. Ручки всякие, да? Говори. Сейчас мы будем делать кран и ручки. Для чего? Для кухни. А где эти маленькие ручки и кран? Вот эти маленькие детальки, да? Угу. Так. А потом будут две вот таких вот конфорки. Так, все, хорошо, делаем. Вот. Да. И поднять. Да, все, покажи. Мы сделали ручки для того, чтобы включать духовку. Угу. Крутятся они? Да. Да. Теперь мы делаем вот такие штучки, чтобы включать кран. Угу. Ручки. Помогай. Мы вставили вот такой вот кран. Оно взорвалось. Кто-то включил сильно. И вот. Так, и что у нас теперь крутится? Вот это. А здесь вот ручки крутятся. Угу. Класс. Получилось у нас пока? Получается все? Да. Конфорки. Их можно приклеить, а можно и не клеить. Здесь у нас открывается духовка, шкафчик. Еще вот здесь крутятся ручки, а тут крутится кран, открывает. И все. Как все, а полочки? Конечно. Вот здесь у нас еще две полочки осталось. И вот здесь. Сюда можно всякую посуду ставить, а сюда приборы.